Здравствуйте, генералы! Продолжаем кампанию за Китай. Меня зовут Алексей. На позитиве, креативе. Генерал, активная ячейка GLA была обнаружена в Гонконге. Мы полагаем, что террористы намеревались разрушить здание в коммерческом центре. Ячейка должна быть разрушена, а ее члены уничтожены. Бейте изо всех сил и без пощады, генерал. Поняли? Будем бить сильно, но аккуратно. По членам, как я уже сказала. Гонконг, Китай. Гонконгский кризис. Очень напоминает мост в Америке. Неужели в Китае тоже такое есть? С точки зрения архитектуры, мне кажется, что здесь очень много опор не хватает. Потому что одна опора и херак там, не знаю, полкилометра на тросах, это такое, если честно. Ну, не знаю, вроде держится. Опа, а тут подарочек сбоку. Ох, эти террорюги, ох, террорюги, доберемся мы до вас. Бам! Ну, кстати, грамотно, и мост разрушили, да, и технику потопили. Генерал, террорист захватил центр конвенций. Нам придется его уничтожить, а также и ближайшие парковочные зоны, чтобы ликвидировать террористическую угрозу. Легко. Базу-то дадут или нет? Мост пропал! Дай, хитрый! Генерал, мы — это все, что осталось от осадных войск. Мы нуждаемся в командном центре и радаре, чтобы принимать новые приказы. Так, ну что ж, нам дают немножко войск и немножко строителей, которые позволят нам построить базу. Ну это хорошо, хорошо. Строим технику, да, идем в атаку, все как обычно. Сразу ресурсы, я смотрю, тут рядом есть. Строение, которое непосредственно рядом с нашей базой может захватить. Так, давайте ракетчиков возьмем. А, или чисто пехоту. Кстати, надо посмотреть, мы можем вообще строить бункера или нет. Если можем, хорошо. Если нет, то нет. Да, смотрите-ка, доступны. Запилим сразу эту херобору по ресурсам. По улучшениям, значит, уже залп есть. Хорошо. Залп — это круто. Ну и, в общем, наша задача сделать оборону по кругу, да? А, построить, значит, завод по технике. Давайте кое-нибудь захерачим его. Вот сюда как раз. Держи. Как всегда, вокруг того, что нужно атаковать, никаких войск нету, типа, приходи, да, там ничего нету. Не все так просто. Наверняка там куча танков. Куча пехоты, которая спряталась непонятно где. Значит, делаем дополнительные машины. Ну и давайте, как я уже сказал, оборону по кругу. Значит, сюда запилим. Нам потребуется достаточно много ракетчиков. Сделаем несколько бункеров. Сделаем обязательно пушку Гатлинга. Прям сильно много обороны я строить не буду, но сделаем так, чтобы чувствовать себя сухо и комфортно, да? То есть, чтобы не задумываться над тем, что на нас могут напасть и проатачить. Так, 4, хорошо. Значит, забираем еще одного. Ну, как-то так. Потихоньку оборона вырисовывается. Сильно много пушек Гатлинга я не вижу смысла строить, потому что они требуют также энергию. Ну, такую небольшую оборону сделали вроде. Давайте еще Гатлинга здесь построим. Уже и бегут. Пусть бегут и неуклюжи. Галашка по лужам. Но мы построим бункерок.
И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Что случилось? Едет поезд. Брать дороги. Поезд? И что? Гала оттуда будут высаживаться, что ли? У меня там оборона вроде есть небольшая. О, так это наши. Ну, опять же, обычная пехота. Такое себе сейчас подкрепление. Ну, садись вот сюда. Обычная пехота, она вообще быстро выносится. Урона от нее, как правило, немного. Так что я особо не радуюсь тому, что нам ее дают. Ну что, давайте сразу завод тогда по технике. Уже давно пора строить. Ну, в общем, сделаем еще одну электростанцию, как вариант. Все, и уже будем непосредственно клепать танки. Потому что защитными сооружениями в атаку, конечно, далеко не уйдешь. Если быть точным, вообще никуда не уйдешь. Давайте, пока ничего не происходит, немножко продвигаться. Вот так потихоньку будем из здания в здание пересаживаться. Удержаться, удержаться в этом здании. Ох, нихера себе, у тебя еще завод здесь есть. Ща мы захватим. Точнее, уничтожим. Генерал, Джилы привезли с собой токсичные тракторы. Вы их узнаете по зеленой жиже, которую они распыляют. Не подводите близко пехоту, пусть ваши танки справляются с новой угрозой. Ну да. Они, кстати, очень хорошо сносят пехоту. Особенно, если та еще в зданиях находится. Фишка в том, что здесь есть здание, которое позволяет уменьшить стоимость техники. Я не знаю, хотелось бы, конечно, его захватить, но, блин, тяжело это будет сделать. Подразделение потеряно. Просто подъезжает, да, и сносит. Чертяга. Не знаю, может, просто через атаку послать. Не, ну конечно, он сносит просто на изи. Подразделение потеряно. В общем, в любом случае, придется немножко танков построить. У нас, кстати, доступно улучшение для того, чтобы жарить противников получше. Чё ты там это, жучишь? Ну, у нас защитные здесь вышки стоят, так что никакая танчила там, тракторила не проедет. Серьезно, ты даже в бункер его так просто сносишь? Тогда, может, есть смысл еще здесь бункер построить. Я, конечно, понимаю, что по деньгам это не очень, но что поделаешь. Войска на ровном месте тоже когда отдавать не хочется. Он реально просто на шару подъезжает и жучит. Так, давайте пехоту сюда. Фишка в том, что они не дают ракетчиков. Вот это плохо, конечно. То есть ракетчиков все-таки самому приходится подстраивать. Так, ну что там по танкам? Значит, делается улучшение. Нам буквально хотя бы немножко нужно сделать танков для того, чтобы пробить вот этот завод. А с этой херни мы, наверное, не уничтожим его. Давайте попробуем, правда, три танка это такое себе, если честно. Но чем черт не шутит? Поддерживаем движение. Подразделение потеряно. Херачит и херачит мои войска. Так, ладно, значит, у нас... где эта пехота? Я вроде строил ракетчиков, а куда они это? Куда их уже? Успели деть. Успели уже, по всей видимости, убить. Ну что ж, нам нужно в казармах прокачать захват здания. Давайте сделаем это в первую очередь. Заказываем побольше ракетчиков. То есть он, получается, сбоку приходит и постоянно их жучит. Но это ненадолго. Ща мы тебя поджарим, чувак. Во! Отличная работа, генерал. Поздравляю, генерал. Теперь они больше не смогут строить токсичные тракторы.
Значит, пехота. Сейчас как только у нас станет доступно захват здания... А, подождите, это я тупанул. Это я, короче, ракетчиков взял с собой. Вон он еще, Михалыч. А я, главное, строил ракетчиков и думаю такой, куда их успели уже деть? Все, тогда заказываю обычных пехотинцев, потому что вроде у меня их уже больше не осталось. В общем, наша задача захватить завод как можно скорее. Вот, и уже потом пойдем непосредственно строить войска. Ну, по крайней мере, продолжать это делать. А я еще, главное, думаю, куда мне ракетчики делись? У меня большая пушка. Ждем, когда пехота добежит. Как только захватим, у нас техника станет дешевле. А, кстати, можно сравнить, насколько. Значит, получается по 800. Хорошо. Ну, буду надеяться, что это хоть как-то мне поможет, да? То есть, если там снижение будет очень маленькое, то... Может, даже заморачиваться не стоило над этим. Люблю большие цели. Воу-воу-воу-воу-воу! Хера себе. Это не просто машины. Это машины со взрывчаткой. Еще партия пехоты. Я не понял, я сюда... Бегут. Я еще, главное, их посылал, они бежали вообще очень долго. Ну, ничего страшного, сейчас мы захватим. Захватим и посмотрим, что нам это даст. Кстати, может еще один завод построить? С двух заводов херачить. Вопрос в другом, потяну ли я это? Куда бы тебя впендюрить-то, а? Места вообще нету. Ладно, строй здесь тогда. Отлично, завод перешел под наш контроль. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, кстати, неплохо, по 80 снизило цену. Не скажу прям, что очень много, но терпимо. Заказываем побольше войск. И сейчас с двух заводов будем клепать войска. Ну что ж, оборона пока вроде держится. Кстати, радар же. До сих пор я не прокачал, уже давно пора. Забыл, что его нужно прокачивать. Эту херобору тоже что ли захватить? Я даже не знаю, что она дает. Она по идее, по-моему, радиация взрывается. Ну то есть для меня она какую цель? Какую функцию несет? Модернизация завершена. О, да будет свет. Сказал Алёха и прокачал радар. Здание почти захвачено. Он пытается наломиться, пока безуспешно. Что, в принципе, меня должно радовать, да? Потому что если пробивал бы, это уже повод задуматься, что ты делаешь, Лёха, не так. В общем, не зря здесь построил оборону. Проехать он до меня не может. Очередная атака. Ну что, ребят, давайте бомбанем его немножко. Вот так, херак-херак. Мы уже неплохо так его здание покоцали. Интересно, сколько у тебя ресов-то, а? Строишь войска. Ну чё, ребят, поехали, короче, аккуратно, с толком, с чувством, с расстановкой. Уровень давления установлен. Подразделение потеряно. Подразделение потеряно, это не страшно. А вы-то куда поехали, а? Я вас вроде никуда не отправлял. А то есть, а наша задача сейчас просто клепать на базе танки, да? А те танки, которые пошли в атаку, то... Я думаю, справится. У нас есть еще починка, так что будем использовать ее, если будет совсем все печально. Неплохо мы раздаем. Нам вот эти здания нужно уничтожить по-хорошему. Во!
готово. Самое главное, чтобы подрывники до меня не добегали. Подразделение потеряно. Потерян — это плохо. А у него, кстати, тут очень много пехоты, должен отметить. Давайте атакой по этому зданию. В принципе, его здание можно даже не рушить по-хорошему, да? Насколько я понял. Но это не точно. Но нам ничто не мешает еще здание его порушить, так что такое. Все, пожучили. И теперь добиваем эти гражданские строения. Подразделение потеряно. Даже ремонтом не воспользовался толком, да? Ну давайте, не знаю. Чик. Все, победа. С угрозой терактов покончено. Отличная работа, генерал. Ну что, ребят, вторая миссия успешно завершена. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.